В рамках инвестиционной программы 2022 года Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана завершены работы по реконструкции межпоселковой дороги Галашевелан в Хазарском районе. Протяженность автомобильной дороги, начинающейся с 8-километровой автомобильной дороги Гала-Пиралахи и доходящей до поселка Шувелан, составляет более 5 километров, а ширина проезжей части в среднем составляет 9 метров. Всего было отремонтировано почти 50 тысяч квадратных метров дороги. На последнем этапе для обеспечения нормального и безопасного движения была проведена дорожная разметка. В необходимых местах установлены дорожные знаки. Следует отметить, что в соответствии с инвестиционной программой текущего года продолжаются работы по ремонту улиц и дорог общей протяженностью 15,4 километра в поселках Мердакян, Бина, Бузовна, Гала и Зиря.